Уже не первый год община храма святителя Николая проводит музыкальный фестиваль «Троица». Хорошая музыка, общение с друзьями, а также невероятная близость между зрителем и артистом создавала душевную атмосферу праздника. И это очень символично, ведь фестиваль проходил под открытым небом. Мы сидели, размышляли о том, чтобы надо нам что-то сделать на территории храма, чтобы действительно было красочное, радостное и событие, которое могло всех объединять. Но Троица – это как раз всех, день всех, потому что это день рождения церкви. Перед зрителями выступили участники и победители множества фестивалей, а также российских и зарубежных конкурсов. Звучали музыкальные композиции полюбившихся исполнителей и групп, авторские песни музыкантов. На 80% наш репертуар – это песни, которые написал я. Мои друзья, мои коллеги помогают мне делать аранжировки, мы вместе их делаем. Но есть несколько кавер-версий, чужие песни, которые нам нравятся, которые мы принимаем как свои, и они начинают звучать уже в нашем ключе. Также в фестивале приняли участие коллектив «Мои волны», гитарист и композитор Кирилл Волжанин, дуэт GR, руководитель группы Иерей Максим Гортинский и ансамбль «Млада». А под яблонкой такой, под кудрявой зеленой, отдала под кудрявой зеленой. Программа фестиваля была настолько разнообразна, что зрители всех возрастов нашли в ней что-то свое. Гости пели, общались и веселились. Нам очень нравится здесь, ну, как приходим, как в родной дом. Вот. Тепло. Всегда батюшка и чаем угостит даже. Вот, говорит, пойдемте чайку попьем. Фестиваль закончился, но это не повод для грусти. Ведь песня и музыка сближают людей, дарит им надежду и единство. Василиса Мамай, Елена Замятнина, Александр Логинов. Видное ТВ.